Что такого она у тебя там нашла в спальне? Ой, Лера, это вообще был шок. 6 часов мы снимали дома интервью. Я ей показала весь дом, экскурсию, полностью все. Ну, конечно, не обошлось без сарказма. Она там начала фрески обзывать фотообоями и так далее. И Лола мне говорит, ну, а я вот эта домработница. Настя, а вот Ксюша там пошла, когда вас красили вот в вашу спальню с камерами. Я говорю, Лола, да что ты гонишь? Вообще такого быть не может. Я и так весь дом показала. Говорит, нет, нет, нет. И когда я вот это увидела, слушай, потом она в программе показывает фалоимитатор, причем заштриховывает, знаешь, такими этими квадратиками. Я думаю, слушай... Там, нет, там же показано-то не было. Ну, заштрихованными квадратиками. И я ей после этого позвонила, говорю, Ксюш, слушай, ну вот я тебе просто искренне благодарна за то, что ты мне не принесла. Если ты у меня даже нашла фалоимитатор, то кто тебе вообще дал позволение лазить по моей спальне и по этим шкафчикам и все в своих тумбочках в спальне? Лер, я имею право хранить все, что угодно.